Всем привет! Это видео с очередной, уже третьей рептовстречи в Пскове, которую мы устроили 27 июля, в самый жаркий летний день. Питомцы у нас были разные на встрече, количество киперов в Пскове растет, и много-много разных питомцев вы увидите сегодня здесь. Привет! Это малыш прошлого года разведения. Привет! Если кто-то подойдет резко и дернется. Ой. Вот такой годовалый малыш. Также был Эо и Агамыч нас порадовал очень. Сетчатый питон, конечно же, моя самочка Golden Child. В общем, было очень здорово, очень много приятных людей, много приятных питомцев. Смотрите дальше и увидите все подробнее. Давай. А температура 38,5. Что делать? Что делать? Надо было идти все равно. Да, я бы сдох в Москву ехать. Ну тогда. Ты моя любимая девочка. Ой, ты. Вот такой-то я размер люблю. Да. Она не сильно добрая, если что. Но она не то, чтобы там... Ну она мягкая. Прямо от клапана может. Хочу под... Да. Какая она клевая. Все, сейчас полжики не будет. Вообще. Она такая классная. Вот это молодец. Глаза голову лучше не трогать. Мне не нравится. А, ну хорошо, обратно, хорошо, конечно. Что, не поглаживаешься сама. Вообще такая приятная. Да. Ой. Что ты шипишь? Она не шипит, она дышит. Что ты шипишь? Это не шип. А, это она дышит, да? Да, это она дышит. Да, как громко. Юля, иди подумай, это классно. Классно? Да, она очень красивая, конечно, но... Она классная. Все, она походу не шипит. Все, поедешь со мной. Иди подумай. Нет, 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 забыла. Перепутала со мной. Классно, страшно. Ты куда поскакала? Она тяжелая. Можно? Да, подними. Подними. Ну я аккуратненько. Ой, какая она прям вообще. Крутая. Все, спрятаем. Какая вообще. Да, не будешь сушить? Пожалуйста. А ты мне не спутал? Потом. Вообще, я поэтому вот и говорю, что она очень такая гладкая, такая вообще прям крутая. Рука все прилипает. Бери на руку, стоп. Добрый руку. Не бойся, на. Нет, нет, я не боюсь, я больше из-за того, что ей, может, не очень приятно. Я вообще не бойся, я знаю. Да не бойся, давай. Вниз. Иди ко мне сюда. Подходи мне. Иди сюда. Или вот так вот. Держи, давай. Ты держивай. Чувствуешь вес? Да. Ну как тебе? Не страшно? Упитанная. Упитанная. Она стройная вообще-то, девочка. Она не толстая. Она вполне себе стройная. А не хватай. Ну я уже нормально такой. Как? Вот видишь, подгружение, помнишь? Конечно, страшно. Там сколько дней это было. Нет, держал. Я нормально. Крокодил, зубы там, мартышки. Прекрасно. Они сейчас в моде. В моде, надо уметь с ними вот там. Тут очень сильно. Мелкие пишут, а ну, смотря за какие. Не, ну, блин, не берем это позу. Особенно мои сов маленьких. Ну, а что, у тебя император, что, гораздо сложный, что ли? Он же... В принципе, влагу ему тоже не надо следить влагу особо надо. Там. На че можно с ним вообще в ящике хранить. Вот такой вот. Теряю его специально. Ну, он на ящике хранить. Нельзя. Надо стекло. Ей надо делать температуру. У нее должен быть один угол холодный, а другой должен быть горячий. Понимаешь? Чтобы она сама могла выбирать, куда ей ползти. Это обязательно. Они
хладнокровные. Да. И ему, чтобы не кочуриться, надо греться где-то. Ну, плюс должна быть вентиляция, чтобы воздух проходил хорошо. Вот, а большинству змей еще и влажность надо, чтобы держалось. Чтобы воздух проходил, а влажность все равно держалась. Это, например, делать большую на улицу. Эту. Клетку? Нет, например. Стеклянный террариум вообще должен быть. Он просто немножечко жмет, но не сильно. Такая штука. А вот сейчас уже нет. Поняла? Попел? Я еще жила. Ну, понятно, понятно. Надежимся, надежимся. Все? У нас в смысле тоже может еще в обморок. А, ну да. Ну что, нравится? Это я понимаю. Лазит. А ты какой не так? Я в этом периоде. Идет в другую сторону. Не так, я в другую сторону. Так делаю. Хорошо. У Саши начинается ремонт. У Саши турник. На турник? Ху-ху-ху-ху-ху. Я говорю, ты идиот. Я говорю, так найди, говорю, спадай, скажи, мне не помогают. Ну, все. Но уже так привык. То есть они нормально друг друга? Обычно, да. Что если маленькие, вот, например, у меня только маленькие. Они ничего? Нет. Сетки вообще все будут хорошо, как раз все разумеется. Вообще пофиг на всех. Вот. У меня есть один удав, бразилец, вот самец. Он боится всех змей, не знаю почему. Реально, он шарахается, он почувствует и сразу в сторону прыгает, просто убегать хочет. Я не знаю, почему он боится всех, хотя ему никто не, никогда ничего не делал. Ну, мы их саживали, и он, ему пришлось он все равно... Он первый сад, он был маленький. И с ним точно его никто не пугал, не кусал, ничего. Он шарахается просто. Я их сажала в сапки, он шарахается от него, он не боится. Ну, я говорю, вот такое. Это ему в этом году будет уже 6 лет. И он боится сам. Ну, все боится. Как же у них это природа не стук? Я не знаю. Видимо, их можно. Можно это? Вариант. Мы тут выработали одну концепцию. Ты очень весело и будет кусаться. Я тут ее кусаю. Нет, Ир, он тебя помнит, он тебя не будет кусать. Он меня помнит? Ну, давай, дальше сама. Так, важный момент. О, это тоже такой вот, это же, да? Привет. Привет. Угу. Да, это малыш прошлого года разведения. Видишь, все хорошо. Да, уже такой. А сколько он в метрах? Он еще... Маленький. Да, а да. Полтора где-то. Да, да, прошлогодний, годовалый, ему годик. Ничего себе, сколько он? Видишь, все в порядке. Во-первых, они когда растиривываются, вот на Лешу можно, честно, еще кидаться. Чего это на меня? Я такой спокойный. Привет. Если кто-то подойдет резко и дернется, я не виновата. Да? Ой. Я не виновата. Да ладно. Рустам тут этого мелкого раздраконил как-то, и он хвостом так прям стоял. Да, да. Трещет. Да. Поэтому я хочу большой. Мы не будем тебя обижать. Ты же хороший. Да? Блин, это годик всего, он такой уже здоровый. Да, они так. Круто. Ну да, если у них обменный счет такой быстрый, да, что он переваривает за день, наверное. Вот это ленточка. Сушенка. Это как раньше телефон делали, чтобы потерять их, обвязывается и носится на шее. Конечно. Мешочек. Да, вот точно полосы. Да, вот, такой вот на своем. По ощущениям их никогда не спутаешь. Да. По ощущениям? По ощущениям вот тут. Чувствуется как полос. Ну, по чешуе, поэтому у меня полосы что были, вот столько. Куда он там ляжется? Я крышку за собой закрыла, вот так не сидела. Да, была глава. Она бы сейчас с радостью. Он или она? Он. Зачем тебе так нравится? Что ты там видишь? Свое отражение? А, он думает, что туда можно залезть? Ну да. Это вряд ли. Видишь, как хорошо? Не зря взяла. Ему полезно это. Его главное не пугать и не мельчать. Полезно? Ну, конечно. Смешно, что это дурацкое.
Я как дерево желаний. Потом спокойнее будет. Все равно для него это как опыт, знаешь. Они все время вот такие вот паузы, все время. Вот кто дома, он реально. Дома вообще просто сожрут всех. А возьмешь, видишь, вот я у них. Смотри, какой красивый там. У тебя сосед рядом в доме тоже такой живет, ну, только блин, маленький. Как снимается этот ползунок, аккуратненько в стекло прикладывает. Ну, копает, копает. Конечно. Ну, если размера нет, как тебе могу сказать? Ну, возьми рулетку, померяй. Я говорю, так непривычно, ну, после ползунки я держу такая. Наша прикрышка попадала, поэтому я уже не боюсь его. Вообще, держит. Спасибо. Кстати, такой. Он только посветлел сейчас тут. Он меняет цвет. Давай. Василий, ты Вась, ты уже устал, красивый. Да? Да нет, что он хотя бы не свой. Ух ты, бледная эта шкурка. Ну он сейчас посветлел, он так, он то темный, то светлый. Меняет шкуру. Цвет. Как держишься, пятна эти прыгают. Как держишься? Пятна вот эти прыгают скоро. Ну что, розовые. Розовые? Нет, только розовые прыгают. Ой, Вася, это вообще можно видеть, если всего, да, и за... Чего? Что такое? Вот сейчас красиво. Ну ничего себе. Юля, я тебя поздравляю, ты взяла Васю. Да, Леш, привет. Мы уже здесь сидим на травке. Значит, со стороны, где Гелиопарк, где церковь. Гориня, ну и змей Гориня. Правее как бы, в сторону... В сторону площади Ленина как бы. В сторону правее от Гелиопарка. Такой же примерно, как у нас Вася, поэтому у меня... Ну, ну ощущение. Если ты стоишь прямо около... Потемнее, потемнее стоишь, конечно, поярче. На мосту, такое. Да? На мосту. Красиво это красиво. И сразу налево. Да, налево сразу. Да, 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 да. Три, говоришь ей, да? Ну, скоро. 2,10. Красота, ты красота. 2,9, 2,10, как-то так. Ну, как она держится. Она прям, смотри, как переливается. Я уже молчу. Часа, по-моему, тает. Красотка. Так что давайте быстрее приходите. Где там мостик ты ее? Сзади. Было неудобно. Вот-вот, сзади. Сзади где? Когда ты не знаешь, где она сзади. Ну, я вот понимаю. Прям почти на земле головой.
Ей некуда бежать. Да нет, нет, зачем? Ну да. Она испугалась, тогда бы она могла очень быстро поползти, да? Вот, но она уже запомнила, у нее было, она знает, что хорошо, не боится. Да, ну все так переливается, вообще на солнце. Нет, я понял. Я с 18 лет уже ходила. 18 лет. Я со школы, у меня вижу со школы класса. А я... Солнышко. Эй. Да, Алё. Каждый минут. А что принесла? Привет. Привет. Нифига, она нормально так подросла-то. Конечно, не зеленая, но она что-то. А мы-то и не знали. Мы тут уже шутили сегодня про то, что, да, сумочку, типа, украду, да, там, короче, змея. Там сразу, наверное. Это как в убийстве, да, чемодан с деньгами. Кстати, классная сигнализация в машину. Вот где сигналки? Положил, все. И никого не будет. Завтра держу. Это чем? Да, ну, какой. А для Амазон? Кстати, Ира, там собака близко, посмотри сейчас, чтобы она не это... Да ничего, она не будет. Ну, на всякий случай, чтобы наготовить было. Она ест кролика 3 килограмма. Ну, вот это-то посмотри, вполне, да? Девочка, ну, могла бы. Наспор, если. Ой, я хочу сказать, она бы не стала. Крутая, кстати, тоже такая крутая. Расцветка такая пила. Ну, она упала. Не бойтесь. А
катается, а просто снизу. А если нормально лежит? Да, 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 все хорошо. Ну, ему вообще комфортно, мне кажется. Я сейчас возьму. Им только в такую погоду и самые оптимальные как раз условия. Это же тропические змеи в основном. 28-32 градуса в день. Хорошо. Спят они обычно 22-26. Все змеи разные. Смотрит в Сашин мобильник. Да. Спасибо, там? Такие, смотри, а? Все, они замерли, им нравится. Красавцы. Угу. Ну, они такие должны быть, спокойные. Да, вообще. Тоже вот длинная дорога мальчика. Да, я теперь... Ой, как быстро. Да. За один год дал. Дина, подними его повыше. Ну, положи ему руку под голову, чтобы он успокоился. Да, да. Вот, ну, так прям успокоится. Да. Ну, я же тебе говорила уже. Ты зря его сама боишься. Это брачный период. Да, его уже покусали. Да, он кусается. Лучше особо в руки не брать. Не, мы только фотки. Давайте. Сама раз смотришь. Какой быстрый. Да, он может убежать. А он точно не убежит? Может, вполне. Смотрите за ним. Держи его в руках. Ой, прикольное бедро. Ага, так как будто улыбается. Да. Я тоже хочу ее сфоткать, просто потому что вы все фотографируете. Много фоток, и она... Там прямо сфоткать. Блин, я, короче, так бы классно. Я бы сняла эту историю. А это максимальный размер? Слушай, мне кажется, у меня может и больше. Потому что рептилиями я осенью держала гамму еще больше. Она прям вообще лепешка была. Она распласталась своим тузом. Это жирный. Я его взяла жирный. Да? Да, это самый жирный чувак у них. Может, еще подрастет. Давайте. Да, я думаю, он подрастет еще. Ты такой хороший. Ой, это уже как-то устраивается. Он боится звука. Достань его. Все хорошо. Смотри, он смотрит туда, на него. Да, он испугался звука. Прикольно. Чем ты его так? Ты такой хороший. Ну, потому что он это, он вырваться пытался. Не бойся, все хорошо. Мы тебя спасем от всего. Да, мы тебе от всего спасем. Ой, ну ладно. Если бы я знала, что тебе таракана принесла. Большого-большого. Он таракана ест? Да. Поешь немножко. Уже сейчас немного они? А, они такие мягенькие. Мягенькие? Ну да, какие-то такие. Я думала, просто они прям острые. Вот так делают. Ой, нет, не мягенькие. Да. Что-то они не мягенькие. Такие змеи-любы схватили агаму, и сейчас ее просто разорвут на кусочки. Ящерка. Новый животный. Хороший такой, да, хороший. Хороший такой, какая прелесть. Ручки такие прикольные. Видишь, какие агамы классные? И они остренькие даже такие. Это просто супер. Здесь рыб? Да, он еще крутится или как? Или он такой есть? Вроде должен подрасти. Я говорю, я видела гамбу больше. Да, и смотрит. И смотрит на это. Да, пусть покусает. Но если резко дергаться, он может. Ничего страшного. Бери просто около головы и не мотай пальцами. Да нормально, он еще никого не кусил. Еще пока что. Ясно? Ты такой хороший. Такой хороший. Да. Прелесть. Ты прелесть. Очень тяжелый. Чья это змея? Моя. А вот это классно. Зовут? Ира. О, да. Она меня душит. А чем кормите? Кроликов. О, наверное, много кроликов. Он так дышит? Да нет, не много. Ой, вы ничего себе. Вот и здесь. Нет, пожалуйста, подними меня. Она никого не видит. Вы чего делаете? Что, она так прям на меня идет. Прям. Она так... Мы уже привыкли. Я предпочитаю ящериц.
ученый говорит. Куда вам? Ой, я не собрал за пункту 20. Красиво лежит. Она говорит, каждый день... Ира, она пошла по воду. А, блин, не уйдет. Смотрите, на дерево залезет. Расползлась. Тропинка переползет. Через тропинку переползет, что ли? Так, наша встреча уже подходит к концу, уже 10:30 вечера, и мы протусили уже 4.5 часа, солнце уже ушло, а змеи все наползались и наобщались, и это было очень полезно и для них, и для нас, я думаю. Вот, особенно для них, им вообще очень полезно смены обстановки. Ну, конечно, когда мы говорим о уже таких контактных, да, змеях, которые, для которых это не будет стресс, для них это очень полезно и хорошо сказывается в целом на поведении, новые условия, и, в общем-то, они в целом становятся еще более спокойнее, лучше реагируют на смену обстановки, на руки в целом. Вот амазонка, она такая девочка с характером, не всегда любит, когда ее достают из террариума, то есть, ну, у нее бывает настроение то хорошее, то плохое, но когда на улице, она всегда очень покладистая, очень с удовольствием ползает, лазит, всегда возвращается на место, никаких резких движений, очень такая спокойная, размеренная девушка. Сегодня она устала, и мы повезем ее сейчас домой.